известная фамилия, и здесь родился декабрист Трубецкой, тот самый, один из лидеров декабристского движения. А потом Трубецкие из Нижнего уехали, место пустовало, и некто Марков, купив это место в свою собственность, дарит его городу с тем, чтобы здесь расположился сквер. Ну вот, как видите, пока он здесь сохраняется, скверик. И место было обустроено опять в той же выставке 1996 года, когда было построено здание сюда. Меняется где, кому бы было сделать. Деревья посажены. Ну, сквер до сих пор так остался здесь сквером. Ну и памятник сверху. Вот так Яков Свердлов родился здесь, на улице Большого Покровская. Вот, проскочили, видели, наверное, мастерскую гравюрную, да, вот на начале улицы. Его отец приехал сюда, в Саратов, по-моему. И открыл гравюрную мастерскую, здесь родился Свердлов, потом стал большим человеком в Москве.